Наталья Гербулова и Маргарита Васильева выиграли медали на ижевской винтовке. Старт является отборочными для участия на январских этапах Кубка мира и Кубка IBU. По итогам 15-километровой гонки Гербулова финишировала первой. Васильева ходом отстала от партнера по команде на 19 секунд. Обе биатлонистки допустили по два промаха. Красноярский готовится разыграть последний комплект наград тестовых соревнований зимней универсиады в этом году. Спорткомплекс «Сопка» принимает этап Кубка России по сноуборду и фристайлу. Сегодня состоялись официальные тренировки в дисциплине «Хафпайп» на лыжах. Спортсменам приходится выходить на старт, несмотря на сильные морозы. Трассу необходимо опробовать, ведь завтра здесь придется биться за призовые места. Возят на снегоходах, и как бы холодеть времени нет вообще, мерзнуть. Очень тепло. Ну, вообще неплохо сделано. Говорят, очень быстро его сделали, но на самом деле он немного открытый. Не по параметрам, как говорится. Ну, а так вполне сойдет для стартов, очень хорошо. Ну, на быструю руку прекрасно. Хафпайп дисциплина очень молодая для нас. И, естественно, любая тренировка в хафпайпе – это радость для спортсменов, вот, в первую очередь. Потому что посмотреть на него – это интересная фигура. Вот. А поэтому ребята хорошо размяли суставы, мышцы и поехали в бой. Погода, да, конечно, она сегодня очень суровая, но мы в Сибири. И вид спорта зимний, естественно, и в горах бывают ветра, и морозы. Ну, это издержки профессии. Этап Кубка России по сноуборду и фристайлу проходит в Красноярске уже на протяжении 10 дней. Медали разыгрывались в дисциплинах Big Air, Могул, Акробатика и Слопстайл. После Нового года этап Кубка России в Красноярске продолжится. В январе также запланированы тестовые соревнования по биатлону и хоккею с мячом. Волейболистки Енисея на мажорной ноте завершили игровой год. На домашней площадке команда Александра Кошкина разгромила дебютанта Суперлиги Минчанку 3-0 по партиям. Гостям стоит отдать должное. В каждом из сетов они бились до конца. Несмотря на победу, турнирное положение красноярок остается плачевным. С двумя победами в 7 играх девушки занимают 9-е место. Антон Соркин, Михаил Ткачук, Афонтово Спорт.